Здравствуйте, меня зовут Роман Шередека, я инструктор по адаптивной физической культуре в клубе 1С. И сейчас я проведу с вами суставную гимнастику. Первое упражнение. Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, наклоны головы. На счет раз вниз, на счет два вверх. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Следующее упражнение — повороты головы. На раз вправо, на два влево. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Следующее упражнение — подъем плеч. На счет раз поднимаем вверх, задержали. На счет два опускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Далее у нас махи рук. Сначала вперед, затем назад. 8 махов вперед. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Сейчас делаем наклоны в стороны. Делаем раз в сторону, два в середину, три в сторону. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Исходно положили ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. На счет раз наклон вперед. На счет два выпрямились. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Значит, для того, чтобы сделать следующее упражнение, нам нужно встать к стене, к стулу и опереться на него. На счет раз поднимаем ногу, сгибаем колено выше уровня таза. На счет два выпрямляем, отводим назад. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили, меняем сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Делаем перекаты с пяточки на носочек. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре,
5, 6, 7. Закончили. Для того, чтобы сделать следующее упражнение, нам нужно взять какую-нибудь палочку. В данном случае это гимнастическая палка. Можно взять полотенце, натянуть его между рук. Берем палочку или полотенце широким хватом. Заносим за голову. На счет раз. Жим вверх. На счет два. Опускаем за голову. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Опускаем палочку вниз. Следующее упражнение. Заводим палочку за голову. Раз. Два. И с другой стороны. Три. Четыре. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Далее у нас идет вращение вокруг головы на счет раз. Делаем оборот. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Последний. Закончили. Хорошо, в обратную сторону. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Исходное положение. Палочка внизу. На счет раз. На грудь. На счет два. Вверх, на счет 3 за голову, на счет 4 возврат в исходное положение. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, закончили, хорошо. Следующее упражнение, кладем палочку на пол, положим стопу и делаем перекаты. На счет раз вперед, на счет два назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Меняем ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Встаем на палочку двумя ногами и переходим в одну сторону. Раз, в другую сторону. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Убираем палочку. Берем утяжелители. В вашем случае это могут быть бутылки, наполненные водой, ну, либо какие-то другие бытовые вещи. Поднимаем на счет раз на уровень плеча. На счет два опускаем. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь.
И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение. Руки таким образом. На счет раз поднимаю вверх. На счет два опускаем. То же самое другой рукой. Три, четыре. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Кладем на место утяжелители. Сейчас нам понадобится присесть. Руки выпорят сзади. Носочки на себя натянуты. На счет раз сгибаем ногу. Стараемся, чтобы у нас здесь был прямой угол. На счет два опускаем. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили, поменяли ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Следующее упражнение. Встаем на четвереньки. Делаем кошку-собаку. На счет раз мы округляемся в спинке. На счет два прогибаемся. Вверху мы делаем вдох. Внизу на прогибе выдох. Начали. Раз. Вдох. Два. Выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Следующее упражнение из этого же исходного положения. На счет раз выпрямляем ножку назад. На счет два ведем колено к груди, стараемся притянуть. Итак, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Меняем ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Далее встаем. Руки вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. И последний. Вдох. Выдох. С вами был Роман Шередека. Занимайтесь физкультурой и не болейте.